Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Кирилл с канала KV Racing, и сегодня у нас на обзоре электросамокат Kuga M4 Pro версии 2020 года с батареей 17 ампер-часов, 600-ваттное мотор-колесо, и мы будем тестировать максимальную скорость по равнине, что покажет электросамокат по датчику, встроенному в камеру GoPro Hero 8 Black, что покажет приложение Track Addict в моем телефоне, которое замеряет максимальную скорость и предназначено для дрэг-рейсинга, а также что покажет спидометр в самом самокате. Это будет очень интересное тестирование. Мне самому интересно, что будет. И так что не будем затягивать. Готовьте чай, кофе и погнали тестироваться. Итак, перед нами Kuga M4 Pro, полностью заряженный, с пробегом почти 2000 км. В правом нижнем углу у вас будут показания с камеры GoPro Hero 8 Black с его датчика GPS. А я буду говорить вам, какой в данный момент показание на бортовом компьютере самоката Kuga M4 Pro. Итак, мы разгоняемся по прямой, по равнине. 37 км в час уже достигнуто. 41, 42, 44, 45, 46. Встречный ветер немного мешает. 48. Очень порывистый ветер. В эту сторону, похоже, высоких результатов добиться не получится, потому что скорость просела аж до 42. Высокая парусность при движении стоя обеспечивает все-таки высокое сопротивление воздуха. Разворачиваемся и повторяем тест в обратную сторону. В этом направлении встречного ветра быть не должно, поэтому уже скорость достигла 40 км в час. 45, 46, 48, 50, 51, снова 50, снова 51. Небольшие неровности вносят свои коррективы в показания скорости, но все-таки стабильные 51 км в час достигнуты на этом электросамокате. Так, миссия выполнена, а сейчас мы посмотрим показания с камеры GoPro Hero 8 Black, а также с приложения Track Addict. Не переключайтесь, друзья. Что, друзья, я заценил показания приложения Track Addict. Оно показывает 47,3 км в час, что вы можете видеть сейчас вот здесь на ваших экранах. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. С вами был Кирилл с канала KV Racing. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, оставляйте комментарии, пишите все, что вы думаете о моих обзорах, об этом электросамокате, и подкидывайте идеи для новых выпусков. До скорых встреч, друзья! Пока!